Отдельно стоящее здание на улице Новогиреевская, дом 26, площадь 1500 квадратных метров. Свободное пространство. Акцентирую внимание вот на этом пороге. Они пол ниже ноля. Есть часть перегородок, но они сносимые. Здесь вот в начале. Здесь вот часть колонны идет 5 на 5 метров между колоннами и стеной. Потолок где-то здесь около 3,5-4 метров. Разноуровневые потолки здесь увеличены до фермы где-то около 5, наверное, метров, так, 6 метров. Вот. Зальная планировка. Центральные коммуникации, электричество по согласованию дается. Здание в настоящий момент статус здания производственное. Пол антипыль, коммуникации все заменены, здание полностью реконструировано. Второй выход здесь, там есть ворота для посетителей, можно. Вот, из зоны погрузки и разгрузки со двора. Есть прилегающая территория во дворе, можно использовать по согласованию и по назначению, соответственно, арендатора. Вот, погрузки, территория там. Такое помещение.